Я представляю компанию «Электромотор». В этом видеоролике я расскажу вам, как подобрать аккумулятор для грузового автомобиля. Прежде всего, обращаем ваше внимание, что для грузовых автомобилей предусмотрены аккумуляторы емкостью от 140 до 225 ампер-часов. Аккумуляторы устанавливаются попарно, и расположение клемм не имеет особого значения. Для того, чтобы правильно подобрать аккумулятор, вам необходимо знать объем двигателя, вид топлива и габаритные размеры места, куда будет устанавливаться аккумулятор. Все аккумуляторы для грузовых автомобилей емкостью от 140 ампер-часов являются обслуживаемыми. Соответственно, в них можно доливать воду и электролит. Компания «Электромотор» предлагает вам любые марки автомобильных аккумуляторов. Самые популярные на рынке Украины – это ISTA, VARTA и Bosch. Напоминаем, что все аккумуляторы сертифицированы и имеют срок гарантии от 2 лет. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 5-3-0-3-8.